Учителя школ, возможно, одни из самых влюбленных в свою работу людей в мире. А по-другому и нельзя, ведь работаешь с детьми. И главной наградой в таком деле обычно становится усвоение материала юными учениками. Но еще одной заветной мечтой у многих представителей этой профессии становится звание так называемого «учителя года». В этом году городской конкурс на старте объединил 33 выдающихся учителя различных школ Владивостока. После длительного перерыва почти в 10 лет, второй год подряд, этот конкурс проходит среди муниципальных школ города Владивостока. В этом году впервые мы его проводим в несколько этапов. Первый этап проводился в декабре-январе месяце непосредственно в школах. Это был школьный конкурс «Учитель года». А вот до второго этапа по итогам предварительных отборов дошли всего 18 человек. В этот раз педагогам приходилось защищать себя уже не на бумаге, а стоя перед жюри и зрителями. Задача непростая, ведь на все про все 10 минут. За это время нужно очень емко рассказать о своем педагогическом опыте и успеть заинтересовать жюри. Справились с задачей все, благо опыта и желания делиться идеями предостаточно. Сегодня мы представляли свой педагогический опыт. Это была слайд-презентация, и мы о нем рассказывали. В последующие 3 дня у нас будет уже этап урока. Мы будем давать открытый урок, основываясь на своих методиках, да, методах, которые мы используем в своей работе. Рассказывали о школьном образовании самые разные специалисты. От учителей географии и физики до педагогов, занимающихся иностранными языками и физкультурой. Впереди всех участников ждут педагогический совет, педагогические мастерские и ряд других заданий. Тройку фаворитов конкурса жюри назовет уже в начале марта. Имена лучших учителей Владивостока объявят на торжественном мероприятии, где помимо заветного звания педагогам достанется и призовой фонд общей суммой в 100 000 рублей. Максим Яковлев, новости на 8.